Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. Кировские работодатели предлагают самую низкую зарплату в Приворском округе. Это в среднем 39 тысяч 900 рублей в месяц. Для сравнения, в России показатель составляет 52 500, в среднем по Приволжью 43 800. Разница с лидером рейтинга, составленного службой исследований HeadHunter, Республикой Башкортостан 8 тысяч 900 рублей. Там предлагают 48 800. В рамках проведенного анализа были изучены более 163 тысяч вакансий, открытых в январе 2022 года в регионах Приволжского округа. В тройку лидеров с самыми высокими зарплатами вошли также Татарстан – 46 тысяч рублей, Нижегородская область – 44 700. Схожей с Кировской областью ситуации оказались МРЭЛ и Саратовская область. Программа «Экономика». Замминистра промышленности стал экс-директор завода АЦМ. О новом месте работы 58-летнего Александра Доренского сообщил телеграм-канал «Источник онлайн». Доренский возглавлял завод АЦМ с 2001 по 2019 годы. Его имя уже значится среди замов министра Владимира Сосолятина на сайте ведомства. Экономика на 101 FM. Индекс предпринимательской уверенности в Кировской области достиг максимума за два года. В конце 2021-го он составил 6,8%. Это данные опроса Кировстата среди руководителей предприятий о прогнозе выпуска продукции, остатках и спросе на нее. Также за этот период руководители отметили увеличение доли товаров, проданных в кредит, с 12% в начале 2020 года до 18% в конце 2021-го. Отдельно сообщает статведомство о состоянии дел в общепите, который тяжело пережил 2020. По предварительным данным, оборот в этой сфере в 2021 году составил 11 миллиардов 200 миллионов рублей. Это больше уровня 2020 года на 12% с учетом инфляции. На рынке сократилась доля среднего бизнеса почти на треть. Она составила 4,8% в 2021 году. Экономика. В завершение курсов валют. Доллар сегодня стоит дороже на 74 копейки, чем накануне, 75,75. Евро стоит 86,13. Это на 82 копейки больше, чем днем ранее. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.